Надежда была фаворитом матча, но несмотря на это, венгерский шапрон показал свой характер в первой половине встречи. Первую четверть гости выиграли со счетом 20-17. К большому перерыву Надежда сократила отставание до 1 очка – 30-31. А в третьей четверти желто-бордовые вышли вперед в матче и довели встречу до победы. Итоговый счет 65-57. Такой результат еще связан с тем, что у гостей были проблемы с реализацией трехочковых. Всего 3 из 16. Вот что по этому поводу думает главный тренер команды. На самом деле, трехочковые – это не наше слабое место. У нас все в порядке с реализацией. Просто у команды «Надежда» очень сильная защита, поэтому было очень сложно забивать. У «Надежды» сразу три игрока набрали по 12 очков. Это Элизабет Вильямс, Аманда Базако и капитан команды Наталья Жедик, которую на пресс-конференции похвалил главный тренер. Вы прекрасно знаете, что я не люблю кого-то выделять. Я говорю о команде в целом, но сегодня я хотел бы отметить Наталью. Я всегда ставлю Наталью в пример своему сыну, потому что она, наверное, единственный игрок в команде, который во время игры думает не о себе, не о том, чтобы показать себя, а именно о результате команды. Таким образом, «Надежда» одержала 4 победы из 4 возможных и возглавила группу «Б» Евролиги. Следующий матч «Надежда» проведет 4 декабря против екатеринбургского УГМК ВСКК Оренбуржье. Артем Смедюк, городской телеканал ЮТВ.